15 копеек 1955 года. На реверсе в центре расположен восьмиугольный щит, на котором в две строки прописан номинал монеты. Число 15, под ним сокращенная от слова «копейки» надпись «коп». Под щитом указан год чеканки – 1955. Слева и справа от щита дубовые ветви с тремя листками на каждой и желудем, смотрящим вниз слева и смотрящим вверх справа. Над щитом пшеничный колос, вершиной заходящий за край. На аверсе герб СССР, образца 1946 года, с 16 витками ленты на колосьях пшеницы, по числу союзных республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, наложенный на молот серп. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом полукругом вдоль канта прописана аббревиатура государства. Ступенчатая надпись «СССР». Гурт трубчатый. Монета весом 2,7 грамма, диаметром 19,56 миллиметров, толщиной 1,25 миллиметров. Чеканилась из мельхиора МХ-8020, сплав 80% меди и 20% никеля. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе. Тиражом 210 912 240 штук. Средняя цена монеты 50 рублей. Конкретно эта монета куплена за 20 рублей.